Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем гонять на таких вот точилах. Поехали! Так, нам нужно обогнать Ксюшу. Только как мы это будем делать, сейчас будем смотреть. Так. Самое главное не перевернуться, потому что как только мы перевернемся на крышу, тут же наш автомобиль взорвется. Так что давайте будем аккуратненько ехать и... Будем пытаться выиграть гонку, но и не взорвать. При этом, видите, я чуть-чуть зацепил и буквально чуть-чуть совсем. И моя машина в дребезги взорвалась, представляете? Так, поехали. Так, нажав на педаль газа в воздухе, ты наклоняешь грузовик. А, ну это я знаю. Так что, особого тут переживать нечего. Так, микрон. А мы же можем выбрать другую тачку. Вот это точило, такие нормальные. Тут посмотрите, ребят, сколько здесь автомобилей. Вы просто посмотрите, сколько. Взгляните. О, самосвал, и бронетранспортер, и танк, и громадина, и лоурайдер, и гонщик, и все. Ребят, давайте возьмем вот такую точилу лоурайдер. Такая с сильным двигателем, такая. Посмотрите, какие у нее просто колеса бешеные. Все, купили ее за 60 тысяч. Так, теперь нажимаем... Вперед и поехали. Поехали, поехали. Вот так. Ксюшу сразу оставили позади. Ребята, посмотрите. Посмотрите, какие у нее просто маневры. Посмотрите. Это просто не машина, это просто зверь. Это просто зверюга. Ребят, посмотрите на колеса, как они плавно бах. Это просто зверь. Просто зверь, как я все очки могу собрать. Автомобиль очень сильный и... Идет на подрыв. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, как говорится, тесноте да не в обиде. Так, ну что ж, давайте заново. Поедем. Так. Поедем на лоурайдере. Опять перегоним всех. Ух, мне нравятся здесь амортизаторы, как работают. Она подскакивает и... Фух. Как прям по-настоящему. Представляете, когда... Видно вам или нет? Смотрите, как она прям просто себя... Шикарно ведет, очень шикарно, я бы сказал, прям хорошо, замечательно себя ведет. Характеристики показывает свои, этот гоночный автомобиль прям супер. У нас мощь, а не машина. Давайте все-таки приедем первые, победим Ксюшу и обгоним ее. Так, самое главное нам не перевернуться, потому что наш автомобиль сразу же потерпит поражение, сразу же взорвется и перестанет ехать. А это нам не нужно, потому что... Мы хотим прийти, как известно, первыми. А вот трамплин, ребят. Давай. Вау, да, мы сделали это. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо. Вау, так, тихонечко. Ребята, перегрел шины. Посмотрите, не могу заехать наверх. Еще немножко. Нет. Нужно разогнаться. Вот теперь-то да. Вау. Тихо. Опять. Да что ж такое? Так, давайте с разгона опять попробуем заехать сюда. Отлично, просто отлично. Так, едем. Так. Едем. Далекие края, веселые медведи. Так, аккуратненько. Все, берем бензин. Фух, все, бензин у нас есть. Ребята, вы заметили, что я почти еду на... двух колесах на заднем. Посмотрите, насколько мощный у этой машины мотор, что машина аж подрывает просто вверх. Она просто хочет взлететь. Да, ребята, новый рекорд. Мы выиграли с вами. Мы с вами победили. Так, продолжить. Так, ну давайте возьмем гоночную вот эту. Вот это вообще просто машина-ракета. Просто машина супер. Я считаю, что она вообще достойна быть просто среди других автомобилей. Так, поехали. Вау. Тихо. Я отстаю. Так, а это получается, еду я только в прошлой гонке. Так, на лоурайдере. А это у меня, ух, ребята, я как только нажимаю газ, сразу машину в небо поднимает, сразу она взлетает. Тут ракетный двигатель, наверное, стоит в ней. Потому что она, смотрите, как она острая, как ракета просто. Она просто хочет взлететь в небо. Но мы, естественно, ей не дадим. Вау, смотрите, как она просто взлетает. Посмотрите. Я, конечно, видел многое, но таких еще автомобилей... Как вот этот красный я не видел. Это просто ракета. Просто не машина, а ракета.
Одна просто песня. Смотрите, ее постоянно тянет вверх. Она так и хочет взлететь. Мне кажется, что если бы на эту машину влепить крылья, она бы просто улетела бы. Как самолет. Вот и все. Так. С легкостью перескакивает все возможные препятствия и выезжает на любую гору без разгона. Видите, насколько сильный двигатель. Так, смотрите. Она не буксует и постоянно едет вперед. Так, ну что ж. Едем вперед, вперед, вперед. Преодолеваем любые препятствия. Обязательно. И приходим к финишу. Так. Бляп. Аккуратненько. Так, стоим здесь. Да, ребята. Мы финишировали. Ура. Так. Так, давайте мы ездили на лоурайдере. Громадина. Я не хочу на танке тоже. Я не люблю танки. Я просто хочу... Это развалюха. Мечта. Я просто хочу какой-то такой автомобиль. Вот такой простой. Такой вот... Есть вот тут вот. Вот давайте возьмем с рогами, с оленями. Вот угонщик. Вот с подарками. Вот я считаю, что этот автомобиль будет именно вот то, что нужно. Вот в нашей гонке как раз его таки и, пожалуй, не хватало. Так что давайте возьмем его и поедем. О, подарки, смотрите. Я же могу растерять подарки, ребят. Ой, потерял уже. Так, детишки останутся и без подарков, получается. Детишки останутся без подарков, а я просто так приеду. На эту, получается, да? Получается так, ребятки. Так. Едем. Так. Так, ну что ж. Давайте. Давай газу. Нам нужно приехать на финиш. Понятно, что мы первые не приедем, потому что машина-ракета. Это просто ракета, как мы знаем, потому что она просто так этого не оставит. Она знает, что... Что любимыми путями она приедет первая, потому что у нее ракетный двигатель стоит, и она может просто взлетать. Это, конечно, не такая, как та, но ехать можно. Такой нормальный автомобиль, такой грузовичок маленький, который тоже преодолевает нормальное препятствие, обходит всех. И постоянно едет. Так. Ну что, может еще у нас есть шанс приехать первыми, как вы думаете, ребят? Я думаю, что у меня такого шанса нету. Потому что машина-ракета меня обгонит. А нет, ребята, видите? Маневренность главнее всего. Представляете? Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте теперь поедем на какой-то другой тачили. Так, ну это обычно. Это обычно. Давайте вот такую, классика. Вот давайте на классике. Вот на классике, я думаю, нам будет вообще просто супер кататься. Так. На классике нам будет просто супер. Так, давайте поедем аккуратненько. Аккуратненько едем. Никому не мешаем. Аккуратненько едем. Вот эта точила тоже такая 60-х годов, видно, но она очень мощная. Очень мощная, я бы сказал, даже на свой этот, на свои года, уже прошло 50 лет, ребята, когда эту машину выпустили, вы представляете, 50. Но этот автомобиль просто выжимает все. Самое главное, мотор, чтобы был в рабочем состоянии, и все. И тогда автомобиль едет на любой угодной скорости. Колеса сюда вчепить, главное, хорошие такие, чтобы выдержали любую нагрузку при трамплинах, потому что... На другой развалюхе они бы просто уже развалились, и мы бы с вами уже бы отстали. Стояли бы уже, переобувались на шиномонтаже, на каком-нибудь, делали бы этот автомобиль. А так нормально, в принципе, вот этот автомобиль, наверное, показывает самые лучшие характеристики, потому что он особо и не взлетает. И хорошо... Ой, ребята, ай-яй-яй-яй-яй, разбились мы с вами, представляете? Так, ну что ж, ребята... Вы были на канале Вечное Детство, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, комментируйте видео, с удовольствием буду отвечать на все ваши комментарии. До встречи в следующих выпусках.